блядь. Ебать, башка болит с бодунища. Ебать его Люсю, блядь. Во, погуляли вчера. Здорово всем, здорово, хлопцы, мужики. Здорово всем, кто смотрит этот видеоролик. Решил записать такой видос, типа, поучительный, короче. Ну, может быть, кому-то из вас он пригодится, короче, вот. Короче, хлопцы, речь в этом видосе пойдет о том, как заменить леску на триммере. Вот. Бывают такие ситуации, каждому приходится сталкиваться с такой задачей, с такой проблемой, может быть, для кого-то. Как заменить леску на триммере? Вот. Я тоже столкнулся впервые с этой проблемой, как-то купил триммер. Ну, как бы его собрали вообще, получается, собрали в магазине прям. Туда и леску поставили в эту, в головку вот эту вот. Леску поставили, все, триммер этот собрали, короче, вот. Ну, то есть, готовый уже был, осталось только бензина залить с маслом смешанным, вот. И начинать херачить траву, короче, вот. Ну, пришел момент, рано или поздно приходит момент, когда леска эта заканчивается. Вот, она имеет свойство заканчиваться, и как бы время от времени все равно, хочешь ты этого или нет, а приходится менять, короче, вот. Я вот тоже столкнулся с такой проблемой. Тоже, ну, как бы барабан этот я открыл. А леску эту ставить, да не могу понять, как ее, блядь, поставить, ёпта, блядь. И туда сувал, и туда. Ну, вроде бы все по стрелочкам сувал, блядь. Да, блядь, не ставится, и все, нахуй. Вот, такая вот проблема есть. Поэтому сейчас я покажу, как это все правильно делать. На самом деле тут ничего сложного нема. Вот. На самом деле тут все довольно-таки просто. Вот она сама. Сам барабан вот этот, куда леска вставляется. Вот я подготовил лесочку такую. Вот сейчас будем, короче, с вами пробовать ставить. В общем, я постараюсь как-нибудь более понятным образом это все запечатлеть. Вот барабаны вот такие, они в принципе на всех триммерах по сути конструкция одинаковая. Вот поэтому ничего сложного нету. Сейчас мы с вами разберем его, короче. Так, ну что, ребятки, будем пробовать, короче, менять леску на триммере. Вот, короче, смотрите, у меня такой вот барабанчик. Здесь у каждого в барабанчике имеется вот, видите, пальцем показываю, так, такая, как бы, ну, можно сказать, типа кнопочка или не кнопочка. Вот, короче, я на нее нажимаю. Нажимаю и проворачиваю. О! Открывается, короче, наш барабан. Вот этот, вот она его конструкция. Сейчас я вам покажу это все наглядно. О. Сейчас наведем. Во. Во, это нижняя часть, короче, вот. Это сама штука, куда наматывается леска. Сейчас я все покажу с вами. Пружинка. Ну, тут конструкция, в принципе, несложная. Вот. В общем, как менять леску? Я вот тоже менял. Жена мне, блядь, всю кукушку выебла. Говорю, меняй, блядь, леску. Не знаю, посмотри, блядь, в Ютубе где-нибудь посмотри, блядь, спроси у соседей, ебаный в рот. Травы уже, скоро трава выше головы будет, блядь, в сарай хуй схожу, заблужусь, пока выйду на двор, ёпта. Ну, жена такая, блядь, мозги мне ебала, ебать его в рот. Я такой думаю, блядь, да замолчи ты уже, закрой ты рот, иди ты борщ свой вари, блядь, чё ты доебалась? Вот, пришлось учиться, блядь. В общем, какая суть? В общем, здесь, в этой детальке, видите, вот это вот центральное ребро. Сейчас я камеру положу как-нибудь. Блять, одному снимать тяжело, ебать его в рот, блять. Так, сейчас фокус наведу, подождите, ребятки. Вот, видите, центральное
ребро, как бы, вот здесь есть такая, ага, вот тут выемочка такая есть. Сейчас, о, вот это вот, сейчас, блядь, дайте-ка я отвертку какую возьму, то, блядь, пальцем неудобно показывать. Сейчас я наведу, ага. Так, вот, ребятки, смотрите, вот здесь, куда я отверточкой показываю, тут есть углубление, как бы. Вот, в это углубление, собственно, мы и вставляем нашу леску. Леска у нас тут, смотрите, видите, сверху написано, вот, 2,4, 1,6. Это пометочки, это какая толщина лески. Короче, какую толщину лески можно намотать. В моем случае либо 1,6, либо 2,4. У меня леска, собственно, 2,4 миллиметра. Вот, толщиной. В общем, как нам, собственно, намотать эту леску? Ну, собственно, отмотали кусок лески. В принципе, по стандарту, на расстоянии вытянутой руки длина лески, в принципе, довольно-таки достаточно ее и хватит. Если у вас двор небольшие, если там дворик покосить, там возле улицы покосить, да, это, этой длины вполне достаточно. Теперь смотрим, как мы делаем леску. В общем, два конца сводим, чтобы одинаково было, вот. Так, немножечко ее растянули и вот заломали, короче, заломали. Заломали так, чтобы посередине было, чтобы две одинаковых длины было, вот, на одном уровне, видите? Вот, и берем, собственно, вот эту вот часть нашей катушки, находим выемочку. Так, вот она, видите? И вот сюда ее просовываем. Сейчас просуем. Во. И здесь как бы момент. Нужно посмотреть, куда стрелочка. Вон, видите, стрелочка показывает по такому направлению. И наматываем, короче. Вот, видите, как я наматываю. Сейчас я намотаю. Во. Покажу. Вот таким макаром надо ее наматывать. Вот. Чтобы она ложилась и на одну сторону, и на другую, вот, от этого ребра. Наматываем, короче, вот. В принципе, ничего сложного тут нема. Во, наматываем. Во, так, во. Оп. Немножко оставили свободные концы. Теперь смотрите. У нас леска 2,4 миллиметра, так? И вот смотрим, где эта кромочка, где 2,4. Сюда вот. Берем такие, оп, фиксируем. Это чтобы наша леска не разматывалась. То есть это как фиксатор идет. Вот. Без этих выемочек, если мы не вставим в них нашу леску, она просто отпружинится и размотается. Вот, короче. Вот, установили, зафиксировали. Вот, видите, зафиксировали в соответствии с вашей шириной лески. Теперь, что мы делаем дальше? Смотрите, ребятки. Смотрите, хлопцы, внимательно. Берем, короче. Берем, просовываем нашу леску. Вот, видите, сейчас. Вот, на этом барабане вот одна выходное отверстие ее и другое. А ну-ка, штякай, что ты тут лазишь, блядь? Так. И вот просовываем, короче, в эту выемочку просовываем. Раз просунули. Так. Сейчас, ребятки. И во вторую выемочку тоже просовываем. Сейчас, подождите-ка, ребятки. Ой, неудобно, блядь, снимать одному. А что ты раскудахтался тут, ебаный в рот, блядь? Яйца, блядь, когда вы нести начнете, блядь? Во.
ребятки, просунули его в эти выемочки, в одну и в другую, это выходные. И смотрите, что мы делаем. Просто берем, вот так, зажимаем, во, зажали. И смотрите, в чем прикол. Зажали, короче, и вот за одну, за один конец потянули. Сейчас будет такой щелчок, типа. Ну-ка. Так. Ага, во-во, сейчас. Во, раз. Потянули один конец, потянули другой. О. Вот так. Потянули, то есть его надо потянуть, вот эту леску, потянуть с одного и с другого конца, чтобы она слезла вот с этих выемок, в которые мы их фиксировали, вон где 2,4 написано, поняли, да? Вот, их надо потянуть, когда уже вставили в внешний этот барабан, получается. Их надо потянуть, чтобы они оттуда, из этих выемок, леска, ну, как бы вышла, чтобы она не была зажата, иначе у вас ничего не получится. Вот, она зажал, она вышла из этих выемок. И теперь, собственно, вот, смотрите. Одеваем, аккуратненько придерживаем центральную эту деталь, потому что она на пружине. Если ее отпустить, она ее просто отпружинит, и все. И все ваши труды как бы на смарку пойдут. Вот, придерживаем. И смотрите, что мы делаем дальше. Просто находим на самом барабане выемочку. Вон, видите, такой выступ. Вот. Выступ этот нашли и провернули. Во, провернули, все. Леска одета, барабан зафиксировался, все держится, все хорошо. Проверить, вот, смотрите, проверить можно очень легко, правильно ли вы одели леску. Вот, на эту кнопочку нажали, одну сторону, оп, видите, она потянулась. И другая, хоп, потянулась, все. То есть, нажимаете на кнопочку, одну сторону лески потянули, она должна свободно выходить. Значит, вы все правильно сделали, хлопчики, значит, у вас все получилось. Ну вот, как-то так. Вот такой вот видосик. И смело уже можно вставлять, короче, и прикрутили. И можно дальше уже херачить, короче, траву эту. Потому что сейчас, да, лето, сезон косарей. Вот. Триммер – это вещь хорошая, но, как говорится, есть всякие нюансы. Поэтому вот как-то так, ребятки. Все, давайте смотрите. Может быть, кто-то посмотрит это видео. Вот. Если что, вы извините, что я много у видео матерился, что я с бодуна немного был. Вот. Так что, если что, не обессудьте, хлопчики. Все, мужики, давайте всем счастливо, всем удачи.